Тот, кто раньше с ней был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Не кто-то на плечах повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечах повис. Ин овозхон Сергей Безруков аст, ки дар сериали маъруфи «Бригада» нақши асосӣ Саша Белов ё худ Белли ро офариде аст. Аммо ин таронаи ӯ на аз идомаи бригада, балки аз филми «Таътил дар режими шадид» аст, ки соли 2008 ба қазовати тамошобинон гузошта хоҳад шуд. Дар онҷо ӯ боз ҳам ҷинояткор асту Космос ҳампаймонаш аз бригада, афсари милиса. Аммо сарфи назар аз он, Сергей дигар намехоҳад идеали наврасоне бошад, ки мисли Белов бо роҳи зуриву поймол намудани қонунҳои давлати бесоҳибу фосид барои худ сарнавишт месозанд. خوشحالم که اینجا من نقشای کلاسیکی روسی را میبازم. وقتی من را همچون فقط ساشا بلوف میشناسند برایم همچون هنرمند ناراحت کننده است. شاید هواداران فیلم بریگاده از این خوشحال باشند ولی میخواهم مردم نقشای دیگری آفریدم را نیز دانند. در روسیه مرا همچون آفرنده نقش پوشکین و یسینین نیز میشناسند. خوشحالم که برای بعضی ها نقش افسر میلیسا از فیلم اوچاستوک نیز معقول است. ولی صدها هنرمند خوب را میتوان یادآور شد که هیچگاه چنین نقش محبوب و معروف نافریدند. بعدی تماشای بریگاده در صدها شهر و ناحیه روسیه و سابق شوروی جوانان و نورسان در پی تشکیل بریگاده های محلی شدند. رول я это очень люблю. Я ей очень благодарен, что она в данном случае من این نقش را دوست می‌دارم. نقش ساشا بلوف مرا در قلمرو سابق شوروی و سابق لاگر سوسیالیستی مشهور نمود. این یک پایگاه بود. اکنون مردم می‌خواهند ببینند که باز چی از دستم می‌آید. در این وضع مهم است که من با ادامه نقش ساشا بلوف مشغول نشوم. هر دفعه ضرور است که یک چیزی نو مطرح نمایم. Тут уже самое важное не повторяться. Самое важное не тиражировать того же самого Сашу Белова. Из рули в руль, поэтому каждый раз что-то новенькое, что-то другое добавлять. Вот и все. Основной зиорат из шари Прага Сергей Безруков дар намоишномаи саргузаштҳои Карбаускис, ки бар асоси ҷонҳои мурдаи Гоголь таҳия шудааст, нақши Чичикови Маккорро офарид. Ҳамчунин дар арафаи соли нави 2008-ум идомаи филми маъруфи истеҳзои сарнавишт, яъне ирония судьби продолжение, ба бозор бароварда шуд. Дар он Сергей Безруков яке аз нақшҳои асосӣ Ираклиро офаридааст. Истеҳзои сарнавишт 32 сол инҷониб филми солинавии тамоми Русия аст ва Сергей эътироф мекунад, ки ҳангоми додани ризоият ба бозидани нақш дар бахши дуюми филм ӯ дар муқобили қимори бузурге қарор гирифтааст. Хуб, 32 сол баъд мебинем, ки идомаи истеҳзои сарнавишт чӣ муваффақиятеро касб хоҳад кард. در تاجیکستان فیلم «بریگاده» سر و صدای زیاد به بار آورد. ساشا بلوف در مرز بدخشان تاجیکستان با افغانستان همراه با جوان تاجیک فرهاد جورایف خدمت نموده، بعداً با او و یارانش چند عمل مشترک جنایی طرح‌ریزی میکند. جندرمان، это мой кореш армейский. Отбой, братва, свои. Хаванах забачихо. И дурайсти бар. Инди будаску. С Фархадом мы, честно говоря, реально были знакомы еще до этого фильма. Потому что с Фарой мы познакомились в общежитии в ГИКа. Дар воқе бо Фарҳод ман пеш аз ба наворгирии бригада ошно будам. Мо дар хобгоҳи донишгоҳи кинои Русия в ГИК шинос шудем. Он вақт ман аввалин филмам «Ноктюрн для барабана и мотоцикла» коргардон хонум Карине Фалиантис нақши таблзанро офаридаам. Бародари Карине Саша ба ман барабан насб карду, ман нақора заданро машқ мекардам. Рӯзе Саша ҳамро бо Фарҳод омада гуфт, ки ӯ ҳам дар ВГИК таҳсил мекунад. Ҳамин гуна мо бо Фарҳод ошно шудем. Аз ин рӯ вақте мо нақши ду дӯсти ҳамхидматро мебозидем, ҳама чиз табиӣ буд. Друзей, закадышных друзей, начиная с армии практически. Поэтому наша встреча Фара, она абсолютно реальная. Хунарпешаи театри Виктюки Москау Фарҳод Маҳмудов зодаи Узбекистон аст. Вале Сергей Безруков мегуяд, наздикии ӯ бо Тоҷикистон таърихи тӯлонитар дорад. Была возможность
побувати в Таджикистані, но так і не вийшло. Замони імкон доштам, ки ба Таджикистан сафар конам, вале ін імкон амалі нашуд. Дар солхой шурави табодули мактабхона маамул шуда буд. Ба мактаби мо хонандагон аз Таджикистан омадан. Дар хонаи мо Умед ном Таджик писари иқомат дошт. بعد از مدت ما میبایست با سفر جوابی به دوشنبه رفته در خانه دوستانمان اقامت و در مکتب آنها تحصیل میکردیم. پیش از سفر من بیمار شدم و به جای من کسی دیگر به شهر دوشنبه رفت. آنها از دوشنبه به من زنگ زده خبر دادند که خورما میخورند ولی من گفتم که بیمار هستم. همین طریق بخت آمد نکرد که به دوشنبه روم. سرگی بیزروکوف به اشعار شاعر معروف سرگی یسینین توجه زیاد دارد. Если был бы я богатым, я бы другой сложил напев. И я порезал розы эти. Ведь одна отрада мне, чтобы не было на свете луж, милый Шагане. И не мучь меня заветом. У меня заветов нет. Коль родился я поэтом, то целуюсь, как поэт. همانطوری که یسینین از شرق الهام می گرفت، قصه های امید درباره تاجیکستان و قله های آسمانبوسی پامیر به سرگی روحی تازه بخشیده است. Сколько времени прошло, но я думаю, что если случится вот так вот со спектаклем или, допустим, с фильмом приехать, я был бы только рад, потому что русского человека его всегда тянуло либо на Кавказ, либо в Азию. اگر اسنوی نوارگیری فیلم و یا با سپکتکل به تاجیکستان روام خیلی خوشحال خواهم بود. روزها دائما به قفقاز و آسیای مرکزی میل داشتند. مثلا خودی من ترانه های گرجی را دوست می دارم. من روسی اصیل از کنار رودی ولگا هستم و با گرجی ها هیچ عمومیتی ندارم ولی ترانه های آنها را به حد و اندازه دوست می دارم. همین گونه منظره مسجدهای قدیمی تاشکند و بخارا را دیدن میخواهم. میخواهم به فضای خواجه نصرالدین وارد شوم. ضمناً یسینین هم از تاشکند زیارت کرده است. شیرینی های شرقی، بخارای قدیمی، خلاص میخواهم این منظره های ناتکرار را با چشمان خود ببینم. пройти такой путь Азии, Средней Азии, когда Бухара. Для меня это вообще вот это вот из сказок просто, да? И от что-то от Хаджи Насреддина, но это так очень хочется посмотреть все эти сладости. Старинная Бухара, которая помнит все, да, настолько уникально, очень хочется посмотреть, тянет, тянет, так что дай Бог. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Сиёсатмадорони кунунии Русия барои пешбурди маъракаҳои интихобот моҳирона аз ҳунармандон истифода мебаранд. Вале Сергей Безруков мегӯяд, او شخصیت است و نمیگذارد که با نام او بازی کنند. Дай бог, чтобы всё было хорошо. Очень хочется, чтобы всё было замечательно и чтобы уделяли внимание. Худо кунад ки ҳама чиз хуб шавад. Нафақагирон ро ҳам дар хотир дошта бошанд. Иқтисодиёт ва иҷтимоиёт ро иҳё намоянд, вале фарҳанг ро ҳам фаромӯш накунанд. Зеро бидуни фарҳанг чизе иҳё намешавад. Муҳим ин аст ки онҳо болонишинон фарҳанг ро аз ёд набаранд. Главное, чтобы не забывали они там. О культуре. А чего так в России березы шумят? А чего господин, я все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, как я оторвался от этого.